Итак, наша следующая пара. Питерцы. Балерина Михайловского театра Ирина Перрен. Ну, ее партнер Петр Чернышов. Вот я опять, теперь уже мне все равно, я до конца довел это все, могу сказать, что я думаю. Мне эта пара страшно симпатична. Ну, вы же не скажете, что вы в балете ничего не понимаете теперь. Нет, я скажу, что я ничего не понимаю в балете, но мне эта пара все равно очень симпатична. Но дома и стены помогают. Мы желаем этой паре удачи. Жалко, что проект заканчивается, потому что у меня такое ощущение, что мы только разогнались, и, по-моему, и номера стали как-то более такие целостные. Конечно, этот проект очень многое дал мне. Столько опыта, мы столько раз выходили на съемочную площадку, работали с множеством хореографов, столько новых номеров поставили за короткое время. I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and out. Сколько времени мы провели на репетициях вместе? Ни разу не поссорились, даже не было никакого ни малейшего намека на какую-то конфликтную ситуацию, что в принципе очень, ну, наверное, редко бывает. Я очень рада, что согласилась, и очень довольна, как все проходит. Тем более у меня такой прекрасный партнер, как Петя. Спасибо, что сказала. Я просил просто. Complètement malade, comme quand.
Клара Фабиан спела «Je suis malade», «Я больна». Я надеюсь, что мы теперь все больны, уважаемые телезрители. Мы больны прекрасным танцем, прекрасным балетом. И в этом заслуга и этой пары. Ирина Перен и Петр Чернышов – украшение нашего проекта. Они прекрасны, и они самые смелые, наверное, самые креативные были на сцене Михайловского театра. Действительно жаль, что мы больше не увидим ни одного этапа шоу «Болеро». Ну что ж, за технику. 10, 10, 10, 10. И оценки за выразительность. 10, 10, 10, 10. Браво, браво. А вы знаете, Владимир Владимирович, я вам хочу сказать, что в балете говорят иногда, это как в спорте, и говорят это со знаком минус. Представляете, да. Что именно? Да, вот мне сейчас подтвердят мои коллеги, что так говорят. Это как в спорте. Говорят тогда, когда что-то не подтверждено художественной мыслью, когда слишком высоко поднимается нога просто ради того, чтобы высоко поднять ногу, когда слишком много делается какой-то техники просто ради техники. Ну, так говорят, да? А сейчас нет. А сейчас нет. Нет, конечно. Нет, нет. Здесь было потрясающе много виртуозных моментов, и все это было абсолютно художественно оправдано. Здорово. А вы знаете, отличие сцены балета, пол, да, а от льда тем, что на полу очень тяжело передать динамику. У нас разогнался, огромную набрал скорость, у тебя летит платье, волосы развиваются, захватывает дух. Так вот сегодня ребята, когда танцевали, у меня, я поймала себя на ощущении, что вы скользите на льду. От вас исходил такой ветер, динамика. Это заслуга, конечно, и постановщика, и, наверное, много, Петя, ты вложил. Мне так показалось, потому что ты кружил, она летела, сумасшествие было совершенное, потрясающий номер, концовка. Пожалуйста. Я хочу сказать, что я просто вот потрясен то, что я сегодня увидел от Иры и Пети, просто потрясен, потому что за весь проект мы видели много интересных зарисовок, композиций, которые были выдержаны в определенном стиле. Но вы никогда не позволяли себе затопить ваши души. Затопить. Вы всегда держали шлюзы закрытыми, вы их слегка приоткрывали. И здесь сегодня, Господи Боже мой, все шлюзы открылись, хлынул океан на эту крышу. И вы, ну, ребята, я просто потрясен теми эмоциями, которые скрыты в этих двух потрясающих артистах. И вот ради чего можно любить это искусство балет? Потому что вы открываете все шлюзы. Ребята, просто здорово и потрясающе. Спасибо вам за это сегодняшнее откровение. Спасибо. В принципе, это была их идея, желание прыгнуть. Вот. Мне она тоже не очень как-то хотелось, но учитывая, что смерть – это всего лишь перемена состояния, то в следующем проекте мы покажем, куда мы приземлимся.